В Чувашии чаще всего встречается поддельный алкоголь и электрокабель. Насчет последнего наш регион вошел в пилотный проект по установке входного контроля на объектах капитального строительства. Благодаря этому можно бороться с некачественным электрооборудованием еще до начала строительства. Работу по выявлению и пресечению незаконного оборота промышленности обсудили на заседании профильной комиссии под руководством главы Чувашии Михаила Игнатьева. Контрафакт может навредить как отдельному покупателю, так и экономике страны в целом. Роспотребнадзор проводит проверки предпринимателей, запускаются новые системы. В прошлом году впервые ввели маркировку меховых изделий. В результате из тени вышло 20% рынка. Отдельные предприниматели незаконно зарабатывают на продаже детских товаров. Единичные случаи выявлены в районах Чувашии. Предпринимателям применяются административные взыскания. Одна проба игрушек. По органолептическим показателям и токсикологическим показателям игрушка не соответствовала. При проверке магазина «Орбита» у «Орбита» город Севильск осуществлялась продажа детских колготок без указаний на маркировке информации о наименовании страны, где изготовлена продукция, и дате изготовления. Маркировка футболок и водолазки также не соответствовала, не содержала информацию о происхождении. Покупатель тоже может обезопасить себя, внимательно проверяя информацию о продукте, запрашивая у продавца сертификаты соответствия. Например, в случае с алкоголем разработаны специальные мобильные приложения.